Быстрее ставь лайк, если хочешь, чтобы выходные никогда не заканчивались! Ребята, всем здорова! С вами, как всегда, Overboard, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Scrap Mechanic! Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, ребят, сегодня у нас будет прикольный режим, в котором мне предстоит проходить вот такую вот жесткую тропу смерти, друзья, пробегать через различные ловушки. И как вы знаете, друзья, с новым обновлением добавили то, что когда стреляешь с пушки, вот Ярик, стой, погоди, не бегай, персонаж у нас отталкивается, друзья, и задача Ярика будет сбить меня с этой тропы смерти, друзья. Моя задача пробежать до конца. Потом мы, если что, с Яриком поменяемся. Карт нам сделал наш подписчик Александр. Огромное ему спасибо и приветик мы тебе, Санечек, передаем. Ну что, Ярик, ты если готов, то давай начинать. Ну, я, в принципе, готов. Давай, знаешь как, чтобы у тебя как-нибудь там было ограниченное количество, я не знаю, и либо не так быстро стрелять, чтобы у меня были шансы, братан, вообще... Давай. Вообще, это я попал? Да, это ты попал. Да, вот, чтобы у меня были шансы пройти, да, потому что если будет бесконечно патронов, тогда это будет жестко. Но я пока что прыгаю. А я с одного патрона, брат. Да, это с одного патрона просто сбивает, ребят. Это будет очень сложно сделать, но я буду пробовать. Я буду пробовать. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Эх, я спрятался. Я спрятался. Ты, наверное, можешь, Ярик, перебегать с одной стороны на другую, если что. А там с другой стороны торчит? Да, торчит, все нормально, Ярик. Аккуратненько. Я тебя попаду, брат. Нет, ты только на белый, брат, стоять, наверное, не можешь. Вот, все, проблема. На, я тебе тоже... Это ты меня сбил или я сам упал? А я не знаю, как себе. Мне показалось, что я вообще сам упал, братан. Реально, если честно, это было жестко. Ладненько, пробуем, ребят, еще раз. У меня, правда, чекпоинтов нет. Они есть, но дальше! Я такие таймики можно ловить. Это жестко вообще, да. Даже когда я прыгаю, ты в этот момент можешь прям стрельнуть. Но у меня, видишь, есть сейвы, братан. Я вот тут, если буду стоять, ты меня никак не собьешь. Ну, подбегай, подбегай. Пока ты будешь бежать, братан, я уже залезу наверх. Слушай, как оно сбивает жестко. Жестко, да? Прям вообще, друзья, это невероятно есть? Сложно. А, есть, да, вижу. Дальше, дальше есть. Блин, ну до этого нужно еще допрыгнуть, ребят, не добежать попадаю. И долететь. А, ты козел! Есть, хорошо! Как ты долетел? Хорошо! Куда? Куда я прыгнул? Есть! Ну, я, короче, в чекпоинте уже все, братан, мне кажется, был. Это было невероятно, ребят. А дальше, смотри, Ярик, какие-то конусы. Лови тайминг. Офигеть! Ну-ка, оп! Ай, промахнулся. Ну! Не надо так резко. Обалдеть, жесть! Это не так все просто, брат. Я смогу выиграть, только если я буду на скорости, братан. Понимаешь, только если я буду быстро бежать. Это запрещено законом. Нет, это разрешено, братан, правилами скрап-механика и автором данной построечки. Тебе капец. Но я буду биться, бро. Смотри, я перестаю стрелять, и ты вперед. Ай, блин, я сам упал. Слушай, подожди, тут даже я сам падаю без твоего участия. Вон, в другую сторону я упал. Стой, где я? А, вот я. Все нормально. На, получи. Да куда я сейчас пихну? Нифига, ты попал, а я не упал. И ты попал, но я не выпал, братан. Нифига себе. Воу, воу. Помимо. Ай, да блин, тут сложно. Это препятствие само. Плюс там какие-то еще печеньки, Орео, да, 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 да. Сейчас будем. О, есть, хорошо. Да ну, да ну, о, да ну, хорошо. Я тебе попаду. Хорошо, да. Тихо, не надо. Да. Ты там так запрятался, брать. Я думал, я там останусь, капец. Я думал, мне там вообще, ну как бы засейвиться удастся. Смотри, да, нифига. Ловлю тайминг. Ой, это я сам, братан. Смотри, сейчас ловлю тайминг. Ага. Ты козел. А, базит меня. А! Чуть не упал. Блин, сложно, ребят, да там сложно, там эти конусы, если раньше я хотя бы мог просто ползти, то сейчас эти конусы, их даже перепрыгнуть, ребят, сложно без участия Ярика, а с участием Ярика это вообще невероятно сложно сделать. Оп! Тихо! Чёрт, я не туда стрелял! А, тихо! Стоять! По конусу попал. А, нифига! Ты спрятался, брат? Да, хорошо. Давай вот тут чекпоинт, если что, будет. Вот тут какая-то есть штучка, потому что эти конусы, это реально жестко. Нифига тут Орио, брат. Я полез. Сбил. Давай я вот реально тут, ребят, сделаю чекпоинт, потому что постоянно там... Понятно. Спавнится, это жестко. Вот перед Орио, да, ребят. Ну-ка, все, я побежал аккуратненько, аккуратненько. Да, бам-бам, там самому. А я тебе говорят, сейчас не попал, брат. В смысле не попал? Я сам упал? Да. А как? Как я умудрился? Ой, тихо. Здорово, Ярик. Я остыкался. Да ты что-то выглядишь. Ага, я сейчас попаду, брат. О, это ты попал или я сам упал? Да, да, я попал. Нифига жестко, бро, было. Так, наверх, что он не лезет-то? Что он не лезет? Не знаю, брат, там так осторожно, я еще не стрелял, брат. Это чисто даже тяжело просто так пройти, мне кажется. Да, а подождите, ребят. Еще мне предстоит. О, я ползу, ползу. Давай, давай, пошел. Оп, и я... Да ну, ай, блин, я перелетел, все, я прошел. Капец.
хакер. Смотри, Ярик, что тут находится у нас, братан, подбеги, давай посидим. Подожди, с тобой. У меня там есть кнопка какая-то. Ну-ка, нажми. А тебе, наверное, надо было левее пройти. Нажми. Ну-ка, нет, подожди. Почему? Мне надо было именно сюда, братан. Ой, чё... Брат, я на кнопку нажал. Ты все взорвал, братан! Вот это прикол карты. Все взорвалось, ё-моё. Понял, ладно, проходишь, да, и все взрывается. Все взрывается, нифига себе, ребят. Да, с новым этим обновлением. Сейчас я, короче, Ярик это удалю. И заново заспавню, и уже твоя очередь будет, братан, это все проходить. Ну что, Эр, теперь я буду убегать. Ты во мне ни разу не попадешь, потому что смысле, ты кто, ты не снайпер, ты штурмовик. Ни разу я не попаду. Ну давай, ты хоть встань в лифт, братан. Так ты в лифт хоть встань. Ладно. Слушай, ну все, погнали. Давай. Сейчас Ты козел. Это же еще не испытание, дай подняться. Ладно, поднимайся, брат. Блин, сейчас, подожди, давай, какой-то сенсор странный. Да ты не прыгай, там оно само тебе, всё, не надо было прыгать. Да ну не надо. Ну не надо. А, ты сам упал. Ты упал. Нет, ты сам упал. Да, реально? Опа, да, смотри, сейф-зона. Давай, да, сейф-зона, давай. Ничего не скажу, братан, проходи дальше. Тихо, тихо, не стреляй. Куда ты там палец? Давай, давай. Дальше? Наверх? Наверх, да, братан, да, 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 наверх, давай, давай. Сложно, ребят. Давай, давай, давай. Давай. Оп, куда дальше? И наверх. О, о, давай, братан. Давай, жестко, неплохо было, ребят. Да, я. А где я? А где я? Нет, не стреляй. Я прыгну. Ес, хорошо, друзья. Жестко, блин, ну это невероятно прикольные, ребята, испытания. Вообще классно, друзья. Такого у нас ни разу не было. Ну беги, Ярик, давай, давай. Давай. Смотри. Ну, да. Ты сам, по-моему, падаешь. Не-не-не, брат, либо оно так как-то задержкой. Да, наверное, задержка тебя отталкивает просто. Сейф. Побежал. Ой, я не попадаю, бро. Я не попадаю. Я запрыгнул. Да ну, ты скилл какой-то. Жестко, как да, ты еще пробегал? Я не знаю, братан, я не знаю, как я пробегал. Там самое главное вообще потом перепрыгнуть в конце, братан, если что. Ну ладно, все, давай. А что случилось? Я тебя столкнул, что? Реально? Да, это я потерял. Я так уснул, я, видимо, прыгнул в этот момент. А, походу, брат, походу, да. Опа. Теперь как? Оно не прыгает. Да прыгает оно. Все. Да не надо. Взасейвился, нифига, жестко, братан. Капец, жестко засейвился. Ладно, опа, братан, опа, давай, я тебе дам шанс, беги. Так, прыгай. Давай, да. Не, вот эти вот ваши паркуры с крепыхами. Ребята, вы видели, да иди нахрен, мой. Тот не смейся. Давай, разгоняйся и... Да ты надоел. Правее прыгай, ты бьешься головой, братан. Давай. Оп, хорош! Это скилл, брат. Мастер, колбасер, прямо. А, ну здесь все сейв, брат. А, блин, довел до сейва я тебя. Нифига ты, стоп, а, наконец-то сбил от этого. Блин. Че он не сбивается, ребят, все нормально. На, на. Я тебе показываю этот сейв. На, на. Да как? Это сам, сам, это уже в другую сторону, видишь, ты упал, я стреляю в другую. О, нифига, нифига, что? Тихо, что? Тихо. Что? Почему ты не сбиваешься? Да потому что я влево отдаю стрелку. Че, че? Что? Ты меня на самом деле сбиваешь, я просто сейвились, брат. Как? Ты чё, офигел? На! 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 Чё, чё, слабо, да? Да, стрелять жестко. На, на, на! Ну беги, беги, Ярик, давай, давай. Я не могу, брат. Все, куда тут дальше? Никуда. На! А там был сейв, брат, ты ставил. А, да-да-да-да-да, я ставил, точно, точно, да-да-да. На. Блин. На! На! Тут вообще, тут просто так даже тяжело подняться. Да, 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 тяжело! Ес, друзья, забиваем! На еще! На еще! Да, сразу, братан! На еще! Да все, вот теперь сбивай. Давай. Ага, все, кишка танка. Козёл! Еще и сбил в конце. Да ну, это надоел. Ой, ребят, это реально угарно. Ладно, Ярик, беги, все, я тебе даю шанс, да, братан. Все. Да куда ты шанс-то мне дал? Ну, небольшой шанс все-таки на был. Один выстрел, друзья, и Ярик снизу. Ладно, беги, бро. Опа. Нет. Нет! О, опа! Нет! Побежал. Нет! Да, нет! Как? Блин, это жестко. Давай вот тут вот поприкалываемся, посидим, Ярик. Ну-ка, погоди, вот, я сейчас заберусь. Вот, тут можно сесть. Подстурил. Да, а кстати, друзья, что это за золотая такая медалька? Напишите в комментариях, почему одна печенька белая, а одни вот эти черные. Ну, Ярик, присаживайся. Желаю тебе всего самого лучшего. Мне кажется, надо еще карту взорвать. Да, сейчас я пойду взорву. Где там кнопка? Погоди. Кнопка слева, брат. А, подожди, подожди. А ну-ка, есть. Ну-ка, ничего не делай. Я хочу посмотреть, я там ни разу не был. Вау, диванчик, друзья. Да. А, я нажал нечаянно сразу. Капец. Бам! Нифига просто меня улетело. Откинуло, Ярик. Видишь?
Я так далеко улетел, вон он, я, посмотри, сзади, вон, Ярик, ой, вон, так далеко, брат. Офигеть, меня жестко вообще, ребят, откинуло. Ну что ж, друзья, на этой забавной ноте завершается наш ролик. Ребят, если вы хотите сделать для нас карту, прятки, маньяк, гонки, что-нибудь, перестрелки, бои, дерби, то обязательно делайте и скидывайте мне ВКонтакте, мы обязательно запишем на вашей карте видео и передадим вам привет и скажем спасибо на ролики, друзья, это будет реально прикольно. А также, друзья, не забывайте ставить большие пальцы вверх, обязательно подписывайтесь на все наш канал, на Ярика Барта подпишитесь, ссылочка на него будет также в описании. На меня, ребят, подписывайтесь, мне будет безумно приятно. Не забывайте про лайки, про колокольчики. Ну а на этом у нас все. Всем удачи, ребят. Хорошего настроения. Если смотрели ролик до конца, напишите в комментариях слово эпик. Это будет реально забавно. Узнаем, смотрят ролики до конца, кто нет. Ну а на этом у меня точно все. Всем удачи, ребят. Хорошего настроения. И пока-пока. Пока, ребята.